проходит демонстрация трудящихся города Калинина. На трибуне первый секретарь обкома КПСС Павел Артемович Леонов, руководители партийных и советских организаций, знатные люди области. В колоннах демонстрантов бригада Василия Александровича Кулешова с завода «Центросвар». Завод выпускает сварные конструкции для различных предприятий Нечерноземья. Цели сегодняшнего дня нашей экономики определены четко. Более полно использовать имеющийся производственный и научно-технический потенциал, выполнять плановые задания с наименьшими затратами сырья, энергии, трудовых ресурсов. Бригада заготовительного цеха «Центросвара», бригада Кулешова – пример современного отношения к делу.